Мечту еще одного ребенка осуществили в рамках всероссийской акции «Елка желаний». На этот раз игрушку с праздничного дерева снял член Совета Федерации России Виктор Зобнев. 12-летний Владислав Ильиных из Бийска мечтал об игровой приставке. Виктор Зобнев сказал, что в Новый год желания детей должны стать реальностью. Ну, мы увидели по телевизору, что проходит такая акция. Мы попробовали в том году подать заявку, но, к сожалению, у нас даритель не нашелся. Решили попытать удачу в этом году. Нам позвонили вечером Совета Федерации. Вот, мы растерялись, конечно. Было неожиданно. У Владислава генетическая болезнь – врожденная мышечная дистрофия. Она проявляется в снижении мышечного тонуса. Тем не менее, молодой человек учится в общеобразовательной школе на четверке и пятерке, увлекается рисованием, мультфильмами и монтажом видео. Виктор Зобнев не смог лично прилететь в Бийск, однако его помощник передал поздравления юноше. Также еще один подарок – конструктор – вручили младшему брату Владислава.